Ребят, если вы думаете, что Канада это солнышко, пушистый снежок, красивые люди, катающиеся на коньках и санках, то Канада это холод, ветер, грязные сугробы со снегом. День кончается в 4 часа. В 4 часа у нас уже начинает темнеть. Вот сейчас в районе 4 с копейками у нас уже темно. Пасмурно, серо, очень депрессивное состояние. Плюс чертов карантин. Все это не добавляет. Все это не добавляет радости в жизни. Но мы стараемся, держимся. Вообще не слушайте меня, я не очень хорошего настроения, поэтому я сейчас брюжу. На самом деле все не так плохо. Просто я действительно не зимний человек, я не люблю зиму. Надела я темные очки, потому что мне не хотелось красить. Я целый день сижу дома, работаю. Вот вышла пройтись, поснимать. Мне очень не хотелось рисовать лицо. Так, мы вышли на главную улицу. Посмотрите, еще новогодние украшения у нас тут. Лампочки не зажгли. Там еще елка стоит. Мы вышли на главную центральную улицу моего города. Видите, тут горят лампочки. Людей много, как ни странно. Пустые закрытые рестораны. Очень грустная картинка. Вот остатки новогодних красот. Настоящая елка красивая. Если честно, меня очень расстраивает и напрягает эта ситуация. Но ничего мы не можем сделать. Мы должны ждать, терпеть и надеяться, что все это кончится как можно скорее. Людей мало, но они есть. Вот, пожалуйста. Это вообще когда-то был ресторан. Сейчас он закрыт. Очень много закрывшихся ресторанов, закрывшихся магазинов. Не пережили они этих локдаунов. Значит, это бейкери. Это место, где пекут торты. И она тоже закрыта. К сожалению. Видите, вот он. Можно заказать вот такой вот тортик для детей на день рождения, но все это закрыто. Но очень красивые вот эти вот композиции из елок и шариков новогодних до сих пор стоят и украшают наши стулья, на которых можно, Москока Чер, на которых можно отдыхать. Это магазин спортивной одежды. Видите, написано closed, call, номер телефона, for curbside pickup. Я вам уже, наверное, прожужжала все уши этим словом. Curbside pickup — это то, что вы можете заказать все, что вы хотите в магазине, и вам позвонить и прийти забрать все, что вы хотите у них получить. Вот это тоже закрывшийся магазин. Здесь продавали одежду, видимо, мужскую, судя по картинкам. Это магазин одежды. Вот у них еще до сих пор Boxing Day, который кончился уже 2 недели назад. 40% распродаж. В магазине тоже есть продавцы. И давайте посмотрим внутри. Лампочки у нас натуральные. Здесь, кстати, вот все с натуральным мехом. Если вы видите, если вам не отражает, то на манекене одето платье шерстяное и шарф. Натуральный мех с такими карманами. Еще одно шерстяное платье. И свитер белый с джинсами. Это магазин ювелирный. Ну, это, конечно, не золото. Но, возможно, что серебро. Хотя, вы знаете, нет. Вот я думаю, что вот это вот кольцо, которое вращается посередине, оно, видимо, золотое. Может, и нет. Вы знаете, что я никогда не была в этом магазине. Я думаю, что это, конечно, бижутерия. Ну да, безусловно, бижутерия. Но такая странная, интересная. Смотрите, какие цветочки. Очень симпатично. Разноцветные камни. Вот у них написано, что у них есть инстаграм-аккаунт. Если вы хотите, вы можете зайти на их аккаунт, заказать все, что вы хотите.
и получить у них, приехать и забрать. Интересный магазин, никогда не была в нем. Как-то он такой маленький, теряется между домами, и я это не обращала на него внимания. Так, Трибека, это у нас кофешоп. Здесь можно купить кофе, и, в принципе, можно зайти и заказать кофе. Кофейни у нас открыты, там просто нельзя сидеть и кушать, но, в принципе, можно зайти и заказать кофе и взять с собой на вынос. Еще один магазин, Homebody Studio называется, за Homebody Studio. Больше всего мне нравится здесь кресло. Посмотрите, какое кресло, оно как будто сделано из шубы Тедди. Как будто бы из настоящего мяча. Красивая такая шляпа и сумка. Красивый магазин, хорошая такая, знаете, очень минималистичная одежда. А это магазин, называется Lemon. Вот. Здесь тоже продается очень симпатичная одежда. Тоже написано, что она в распродаже. Смотрите, какие пиджаки в стиле Шанель. Очень шумные люди, которые идут по улице, шумят громко-громко. Слушайте, я такая брюзга, мне все мешает. Плохому танцору называется. Так, это бейкери тоже здесь продавались. Торты, пирожные, булочки, сейчас все закрыты. Я не понимаю, почему бейкери закрыты, потому что, в принципе, они ведь должны... Это ведь еда. Все, что связано с едой, у нас открыто и работает. Магазин Roots. Это наш канадский магазин. Именно наш бренд канадский. А в витрине ничего нету, кроме елок. И написано, что у них Big Winter Sale. То есть большая зимняя распродажа. Они делают такую одежду. Магазин Roots делает одежду, которая... Ой, здесь какая-то косметика, масла. Здесь так пахнет. Жалко, что вы... Не могу вам передать запах. Кстати, они выставили на улицу свои диффузеры с маслом, со своим так вкусным пахнет, как реклама. Ну и прелесть. Это всякие масла, разные кремы, в общем, такой магазин аутентичный. Очень интересный магазин женского белья. Здесь мы не будем долго останавливаться, потому что меня YouTube может забанить за непотребство. Вот наша главная площадь, на которой стояла елка. Мы елку убрали. Была очень красивая елка. Вот здесь она стояла в центре, но ее уже нету. Как жалко. Если я найду картинку, как она выглядела, я вам вставлю. Вот видите, там елка стояла, вот там, где желтое пятно на траве осталось. Да, летом здесь все открыто. Ну и вообще, когда не карантин, здесь кафе, рестораны, на улице столики ставят. Вот там наверху столики, видите, под зонтиками. Это наш такой Little Paris наш. Где у нас еще телефонные будки сохранились. Смешно. Неужели кто-то звонит? Ну, не знаю. Факт, что она есть. Вы знаете, что пока я не снимала, я никогда не обращала на нее внимания, никогда не обращала внимания, что здесь еще стоит телефонная будка. Вот только когда снимают, для меня как бы дошло. Это магазин тоже декора для и мебели для дома. И видите, какие красивые стоят фарфоровые глиняные чашки с цветами. Цветы, конечно, искусственные, белый стол. Вообще в Канаде очень популярна белая мебель. Так, это Real Estate агентство, здесь дома на продажу. Ну вот, например, вот этот дом. Стоит 5,5 миллионов долларов. Но это только картинки. Вот этот дом стоит 2 миллиона 300 тысяч. Так, здесь все коричневое. И блестки, пайетки. Это, видимо, остатки еще с Крисмаса, с праздников. Все коричневое. И с другой стороны тоже, видите? Ну, такой. Немножко стиль старомодный, но, в принципе, классический, я считаю.
очень известный канадский магазин. Вот это его как бы символ, называется Lululemon. Я не знаю, если вы слышали про него. Он торгует спортивной одеждой. Ну, и на витрине, как вы видите, вот совершенно обычная стоит спортивная одежда, только если учесть, что вот такие вот, например, леггинсы стоят, наверное, долларов 120. И не знаю, что тут в нем такого, но он очень дорогой. Вся одежда в нем очень дорогая. И в Канаде, если у вас нет штанов от Lululemon, то ваша жизнь не удалась. У меня нет штанов от Lululemon. Я как-то спортом не очень увлекаюсь, поэтому мне как-то это все, знаете, не очень важно. Это тоже, это такой мужской магазин, мужская одежда, обувь. Ну, вот такие цены, видите? Значит, вот такие вот тапочки из ткани были 295, сейчас 206. Я даже не знаю, что это за бренд, но вот цены такие кусачие. А этот магазин называется Миндачино. Один из самых таких, ну, топовых магазинов у нас. Ну вот тоже, смотрите, на витрине спортивная, не спортивная, а домашняя одежда, да. Это то, что сейчас в тренде. Темнеет, темнеет, я, наверное, должна кончать записывать, потому что становится совсем темно. Да, витрины удручают своей убогостью, если честно. Это магазин довольно красивой одежды, но что-то мне он совсем не нравится. То, что здесь продают, и то, что здесь стоит в витрине. Ну, такое. Да, неинтересно. Очень много пустых закрытых магазинов, ресторанов. Я вам должна сказать, что, конечно, ситуация совсем-совсем нехорошая. Вот представляете, здесь был Starbucks. У нас даже Starbucks закрылся. И тут вот всякие надписи, что we will miss you. Thank you for your support. Forever you downtown Starbucks. В общем, короче, здесь был Starbucks. Очень популярный, очень известный. Здесь всегда было много людей. Но они закрылись. Я не знаю, почему. И написано много, значит, что мы будем скучать без вас. И написано, что нам очень грустно, но мы вынуждены закрыться. Если честно, Starbucks, я вообще ни разу не видела, чтобы Starbucks закрывался где-либо. Но вот не пережили они. Не пережил этот Starbucks локдаунов наших. Это снова магазин мебели и декора для дома. Кстати, называется он Swiss Interiors. Этот магазин очень известный. Его снимали в кино. Значит, в одном из фильмов про Крисмас, который снимали у нас в Оквилле. А, кстати, у нас в Оквилле снимают очень много фильмов. Так вот, был один довольно известный фильм в 80-90 каком-то году про Санта-Клауса, назывался что-то такое. Там главный герой работал в этом магазине. Это настоящий магазин, и он как бы существует. Он существует до сих пор, и он до сих пор открыт. И, в общем, ну, это такое известное место, потому что этот магазин снимался в кино. Вот опять закрыто. Пустое помещение. Очень известный магазин обуви, называется Ron White. Довольно дорогой. Но ассортимент, мама дорогая, ну вот скажите мне, что я не понимаю в этой жизни? Это популярный магазин, дорогой, очень любят жители Оквилла. Проходя мимо него, я всегда думаю, большинство жителей Оквилла пенсионеры, наверное, это правда. Ну вот, без комментариев. Очень известный магазин, называется «Маска». Оно, собственно, вы знаете его. Он не только у нас известен. Это довольно известный магазин. Черно-белые витрины с одной стороны. С
кстати, неплохой пуховичок черный, симпатичный. Вот этот свитер со стразами, что-то я не знаю, я как-то не понимаю. Это снова вошло в моду или это не успело выйти? Ну и жуба Тедди, конечно. Конечно, куда же без нее. Вот такая вот красавица. С голыми ножками. Еще один магазин одежды. Называется Island View. Ну, тоже такое. Пенсионерам как раз... Девочки, ну не подумайте, что я не против пенсионеров. Я сама скоро буду пенсионеркой. Но вот такие вот платья розовые и вот такие свитера с жемчугами. Что-то мне как-то назад 2000-е, правда? Да. Ну такая у нас мода в Канаде, да. Самый красивый магазин. Нет, вот этот самый красивый магазин в Окхолле, это магазин цветов. Я обожаю их витрины. У них всегда очень красивые букеты. У меня есть миллион фотографий с их витрин. Это настоящие цветы, вот такие вот arrangement это называется. Собранные букеты в вазочку. Здесь всегда очень красивые цветы. Очень красивые букеты, шикарные. Как же они мне нравятся. Посмотрите, какие нежные. Нежные такие, белые, бело-розовые. Очень красивые. Называется Fiori Opri. Это ювелирный, но они все украли, потому что, а это парикмахерская, которая тоже закрыта, вместо отделочка. Немножко еще мужской одежды. О, не только мужской, женской тоже, но такая вся. Слушайте, да, я понимаю, конечно, что кроме как дома нам больше некуда одеваться, но... Ой, вот это вкусности какие, смотрите. Ай, побежали отсюда. Очень. Вот эти открытые. Вот это было сюда открыто. Посмотрите, какая красота. Очень аппетитно. Мы с вами плавно-плавно приближаемся к одному из самых любимых мною магазинов Anthropologie. У них, я тут как-то снимала, потом хотела еще раз пойти поснимать, но они закрылись. У них потрясающе красивая одежда, именно вот такого, видите, в витринах даже они ничего не поставили, все пустые окна. Единственное, что мы можем немножко подглядеть через дверь, но не особенно что-то видно. Видна красная шляпа красивая, красивый свитер. Это магазин такой бухо стиля. Девочка пришла, она думает, что я что-то у них хочу, но я просто фотографирую. Очень красивый магазин, я его обожаю. Но он закрыт. Увы и ах. Все, ребята, вот такую маленькую экскурсию я вам провела. Темнеет. Холодно очень. Я ужасно замерзла. Иду домой. Надеюсь, что вам было немножечко интересно и понравилось. Хотела вам показать, где мы живем, где я живу, как мы тут живем в Канаде. Видео немножко такое грустное, получилось депрессивное. Ну, что делать? Такая погода, такая ситуация. В общем, все, ребята, увидимся совсем скоро. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока, бай.